и забрать патроны. Раз, два, три. А также у нас есть два бинта. Какие у нас есть задания? Смотри, Чак. Угу. Подходим к Чаку. Мне нужно зачистить от зомби заправку и немного ее подлатать. Продолжай. А ты сможешь это сделать? Да, конечно, почему бы и нет? Прокаженный дом. Офигеть. Руби там было написано или что? Я не понял. Руби. Так, что у нас здесь есть? У нас есть здесь 10 монет. И есть у нас еще очень много бензина. А ну... А, нет, это не Руби, а риэлтор. Ну, риэлтор мне не нужен. Что ж, отправляемся в прокаженный дом. У нас задание здесь. Нужно подчистить заправку. Кто там орёт? Никого нету сзади, хорошо. Так, бешеных здесь нету, зомбаков, нормально. Сейчас соберем зомбочку. О, толстопуз. Ну, толстопуз тоже, он достаточно таки не страшный. Интересно, если толстопуз взорвется с этими ребятами? Он их не ранит. Так, давайте, зомбаки, идите все ко мне. Сейчас я вас подзорву немножко. Так, все готовы, да? Дали мне гранаты даже. Нужно зачистить первый этаж. Так, подожди, а куда идти? Зачем нам дом? Нам же заправка нужна. Зачистите территорию первого этажа. О! Узнаю зомбачков. Больше нету, да, у нас? А, нет, вон взрыв-пакет еще один есть. Ну что, сейчас всех соберем. Зомбачков. Взрыв-пакету. Давайте быстрее, ребята. На взрыв-пакет идем сюда. А, интересно, что у меня там? Ага. Все нормально. 1500 патронов практически, ребята. Зомбачки мои. Видишь, они как полосочкой такой встали. А мне нужно, чтобы они все нормально шли. А не полоской. Все, ждем. Эй, да ты гад! Закрыл мне бочку. Вот так, да, ударил. Конечно. У тебя же глаз нету, как ты видишь, куда бить. Патрончики, спасибо. Ну что ж, зачистить первый этаж. Так, посмотрим. Поищем. Чего ищем, непонятно. Ага, он даже тут подметать решил. А, зачистить, типа подмести, там все дела надо сделать. Понятно, так это не открывается. Достаньте деревянные доски. Хорошо, это мы типа будем здесь работу наводить. Так, опять зомбаки, смотри. А это, смотри, бочка у нас не взорванная, между прочим. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, собачка. Пёска, ты чё меня пугаешь? Давай, давай, взрывайся. И у нас еще 12 зомбаков.
А, вот они, зомбаки. Так, нормальные все, нормальные. Сюда подходим, ребята. Все подходим сюда. Ты гад, что ты подошел так близко. Все, отдыхаем. Вот еще здесь где-то. А, вот еще сюда идем, подходим. О. А, мне нужно взять эти доски. Хорошо. Ух ты, подожди. Оба, гад, а, смотри, что делает. Пёска. Чё пугаешь? Сейчас зомбаку сюда подходите сюда, зомбаки. Все. Сейчас опять фейерверчик сделаем. Так, подходим поближе. Есть. Готово. 10 патронов. 10 патронов к ружью, которого у меня нет. Спасибо, конечно. Я их потом продам за копейки. А, вон что ему нужно, для чего нужны доски были. А. Зачистите первый этаж. А тут же двери. А, тут двери нет. Хорошо. Ага, тут тоже, смотри, срач такой. Сейчас он все повыкидывает, выбрасывает, смотришь. Это сюда, это туда. Смотри, интересно, он урну эту оставил, не стал выбрасывать. Пригодится. Все, подметает какашки всякие. Достаньте маяки. Маяки? Какие еще маяки? А какие еще маяки достать? Угу. Спускаемся вниз. Маяки. Какие маяки? А, может быть, забор? Достаньте забор, может, ты имел в виду маяки. Какие маяки? Пески. Пески готовы. Так, ребята, ну что ж, я не знаю, чем вас подзорвать. Здесь уже, мне кажется, и нет ничем. Ничего и нету, чем взрывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть себе ловушку не сделал. Тут все взорвано. Да. Все эти штуки. Это ничего не открывается, мне просто интересно, вдруг что-то интересное. Эх, так, где у меня тут? Будем так, да, стрелять. Ах ты гад. А вот эта бочка, она чё? А, нет, взорвана. Я думал, вдруг она автоматически, типа, воссоздается, типа. Вот это прям хорошие такие выстрелы. Но заканчивается очень быстро. А так бьет очень хорошо. Вот это вот сейчас. Вот этого надо. О, хорошо. Сейчас меняем оружие и расстреливаем их. У них уже сил нет практически. Все, теперь идем сюда. А нет, назад. Ага, за дом. Вот сюда. Он там какие маяки расставляет, непонятно. А, забор. Вот эти вот. Это типа против зомбаков. Ага, вот так вот, ага, конечно. И еще мне нужно где-то найти. А, типа тут мусор я ищу или что? А, я здесь еще расставляю. Ух ты. Фига себе. Жалко, не успел я посмотреть. Устанавливаем дверь. И готово. И где-то. А, вот она, дверь.
И эту дверь мы устанавливаем здесь также. Все, идите к машине. Хорошо. Опять зомбаки. Сейчас зарядимся. Есть. О, нормально, нормально. Так, в линеечку, пожалуйста, встаньте. Вот Эсер, видишь, с башкой ходит. Надо его отстрелить, мушку. Он сзади тоже, видишь, с башкой ходит. Все готово. И они, к сожалению, мне ничего не дали. Идем к машине. А, идите к своей машине. Миссия завершена. Прокаженный дом. Все, вернуться домой. Кыш. День снайпера, охота на зомби, поиск зацепок, день ракет, порядок на ферме. Сколько еще много заданий? А у меня всего лишь 2200 денег. 2200 денег. Идем к Чаку. Здорово, Чак. Как это выглядит? Можешь заезжать. Ой, я не стану жить в пустом доме. Найди мне какую-нибудь мебель. Хорошо. Мебель тебе найти. Очки умения и бензин забрать. Умения. Так, и умения здесь мы, знаешь, что сделаем? Я хотел взять. Оружие, огнестрельное оружие у меня всего лишь 49. Увеличим. Все, 57 теперь будет, хорошо. Способности. А, очков нету, да? Что ж я тебя могу, дружище, продать? Вот эту канитель я тебе продам. Вот эту тоже продам, все. Бензин. Ага, бинты тоже можешь тебе продать. Хорошо. Патроны для ружья. Сколько у тебя такие патроны для ружья стоят? Одна штука. Три. Три штучки. Недорого. А я тебе могу продать за сколько? За... Две штуки за одну? Нет, я их, слушай, я их себе в сундук положу. Пусть у меня они лежат в сундуке. Где сундук мой? Вот. Будем потихонечку в сундук ложить патроночки. Не знаю. Пригодятся. Все окей. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. И пишите комментарии. Всем пока-пока.